что ждут путешествия. Я думаю, это будет незабываемый опыт в первую очередь. Изменение курса. Вот так. Пойдешь так. А теперь что? Идешь так. Хана, не поймешь, что ты делаешь с ней. Подарок. Я не помню. Шикарный будет опыт. Я надеюсь, уединение около этого, побыть собой, самой собой, что-то переосмыслить, на что-то посмотреть иначе. Ну расскажи, что ты ждешь от этого путешествия? Побыть собой. Там что-то нереально отпомнить. Селфи сделать. Проверить себя, свой дух в первую очередь. Ну и, конечно, массу впечатлений, положительных эмоций. Компания у нас классная подобралась, так что я думаю, все будет замечательно. Да. Что ты ждешь от этого путешествия? Я от этого сплошного удовольствия. А там будет как обычно. Те, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Я себе алиби обеспечен. А вот у нас сзади едет сугроб. Вообще он черного цвета, но сейчас белого. Потому что у нас лето. Мы очень любим лето. И очень любим яхты. Нам также нравятся красивые женщины. И Багамы. Но, видимо, что-то с психикой у нас не так. Самый главный вечный рулевой обоза Барашек Шот. Бараша. Он уже стер свои передние лапы. Остались только задние. И живые, да, будут завидовать. Мертвые. Мы молодцы. Лето, 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 Лео, Лео. Море, яхта, тёлки и ров. Антарктида. Как тебе лето? Не жарко? Наших девушек. Вот такое вот лето. Смотри, какой у него бикини. Антарктида меняет людей. We'll be right back.
вот мы плыли, плыли и наконец приплыли. Кругом сплошные ледники.